В минувшие выходные на Некрасовском путепроводе начался ремонт деформационных швов. Работу будут проводить поэтапно на тех участках, где швы пришли в негодность. Сейчас дорожники двигаются по направлению в центр приморской столицы, а после перейдут на противоположное направление. Всего предусмотрена замена швов на 12 участков протяженностью порядка больше 220 метров. Контракт был заключен в прошлом году для того, чтобы подрядная организация смогла закупить материалы необходимые, организовать выполнение этих работ. График работ подрядной организации составлен так, чтобы в одном направлении в течение месяца завершить работы на всех швах. И по второму направлению также в течение месяца. Некрасовский путепровод – важная транспортная артерия Владивостока. Обеспечивает проезд от центральной части города в сторону выезда из него и пригорода. Поэтому подрядчику поставлена задача справиться с ремонтом в максимально короткие сроки. Понимаем, что это основная магистраль. Объездных дорог у нас всего две – это Камская и Нефтеветка, грунтовая дорога. По Нефтеветке сейчас муниципальное предприятие поставило на контроль состояние полотна для обеспечения движения. Просим водителей пользоваться именно этими объездными участками, но работы на путепроводе постараемся закончить как можно быстрее. Также в ближайшее время на Некрасовском путепроводе начнутся работы по ремонту тротуара от остановки Молодежная до Некрасовской. Анна Дьякова, новости на Восьмом.